Здравствуйте! В этом видео я познакомлю вас с веселой настольной игрой «И вот пришла Белочка», предназначенной для лиц от 18 лет и старше. В игре могут участвовать от 2 до 6 игроков. В комплект игры входят 60 игровых карточек, 5 фигурок, а также инструкция. Чтобы начать играть, нужно поставить все 5 фигурок в круг, а карточки перемешать и положить стопкой рядом с фигурками. Первый игрок переворачивает верхнюю карточку так, чтобы все игроки одновременно увидели, что на ней изображено. Нужно, чтобы цвет, изображенный на карточке, совпадал с реальным цветом фигурки. Цель каждого игрока – схватить нужную фигурку первым. Если же на карточке нет ни одной правильной фигурки в нужном цвете, то нужно быстро схватить фигурку, которой нет на карточке, причем в том цвете, которого на ней тоже нет. Например, и белочка, и пробка в данных цветах отсутствуют, как и черный и коричневый цвета на карточке. Поэтому схватить нужно красный бокал. Важно помнить, что каждый игрок может схватить только одну фигурку. Тот, кто сделал это первым, забирает себе карточку. Далее игроку необходимо вернуть схваченную фигурку обратно в круг и перевернуть следующую карту из стопки. А если один из игроков схватил неверную фигурку, то ему придется отдать одну из своих карточек игроку, который правильно выполнил задание. Победившим считается игрок, собравший больше всех карточек.